А вот тебя не понятно, не отключается, что ли? Олег, а. Когда приехал на место, он уже отключается? Нет. Голова поднята, хорошие прогибки, ноги где-то на 45 градусов. Что? Руки вот так? Да. Вот так. Прогибчик. Прогибчик, ласты назад. Папа, ты чем дома занимался, блин? Не научил детей ни хрена, блин, ничего. Ты своего загони, мы посмотрим. Я не говорю, что мы своего учили. Ну так. Теперь мы заходим в трубу туда, становимся к стенке. Ты смотри, слушай, что говорят. Слушает вроде. Ну, сначала его, потом. Да. Даже посмотрим, там пойдет. Я мобильник с собой. Что ты хочешь? Я хочу эти фотографии сесть вон там, на костюме. Я думаю, можно. Ну вообще, прикольно было бы снаружи снять, а потом уже подняться. Вот это я буду видеть. А, приду, можно даже сбоку. Ну как бы да. Конечно, не вырвет. Вот сейчас будет воздуха полный рот. Я тебе точно говорю. Шкипер, может, скажем? Пора вставать. Просто я, вот как будете держать, помогу вам встать. И стоим, ждем. Кейчерс, я не чувствую. Не мы так обуна, китайский на... Хотя, это и подарок. Будем тогда меняться. Первый ты ходишь минуту. А ты посмотришь, Артём. И потом опять меняемся. Минута. И опять минута. Потому что там 3 минуты сразу. Илья, вот тут не надо напрягаться, тут наоборот. Расслабься. Полегче. А вы где придете? В Эстонию. На покемона похож. На которого? Вот на этого. Да, это там остается, где? Нет, это просто. А, ну, можешь так, под ботинок, ну. Да нет, я думаю, там лучше оставить, иначе слетит. Ну, вот ботинок. Ну, я думаю, внутри ботинка. Внутри ботинка оставь. Нет. Иначе слетит. Поедем, только цену Артём. О, Илья. Да, 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 да. Главное, Илья, прогиб обязательно. Тебя все равно. Поясница прогиб. Вот здесь не напрягайся. Вообще, мягко отпусти. Воздух сам хочу, поймай. Отпускай. Сам руки поймаешь. Широко не стоит. Если зажмешься здесь. Колом, бля, вот тебя здесь. Перевернет. Илья, может здесь, если что, почувствуем. Где? Улыбайся, покемончик. Ну, круто видео наснимаю. Да.
Я представляю, что... Доктор собирается на медицинскую операцию. Доктор Виктор, зайдите в операционную. Я представляю, что скажет женщина, когда увидит запись. Он же пока туда выйдет, он же зажарится. Да ладно. Охладится. Еще надо костюм под перчатку, но ладно, не так. Ну вот, сделали под перчатку. Нормально. А. Вот. Скажи чист. А то я где-то чем решился, у меня у Ира я не берем мозг, я все спал. Да, крутяк. Получился. Так, ну все, ждем прибытия покемонов. Аж круто летать. Такого аттракциона ты же еще не проходил. Ну, да. Я сейчас посмотрю, я тогда решу. Да, подожди. Так, наверное, же правильно, чтобы под телефон пошло. Алло. Не знаю, я телефоном вообще... да, по идее так. Да. Потому что иначе, да, иначе будет жопа. Да. Паш, не отвлекай. Там сейчас знаешь, как он видел? Утренняя разминка. Серега, а что ты паришься? Я тебе видос весь соблю. А? Я тебе видос весь. Потом, если что, еще соберем. Проблем-то нет. Ну, знаешь, что, разных ракурсов. Не, я понял. После с этого видос ты сейчас классно. Все прекрасно. Блин, UV-фильтр он стоит. Соберем сейчас все это в кучу, Олег. Лишнего не будет. Сейчас будет рёв и грохот, мы ничего слышать не будем больше, по идее. Прям как Ан-2, как Ан-2. Мазовский? По-моему, побольше что-то. Хотя нет, у Маза как раз там 600 лошадей где-то, по-моему. Я сниму. Поднимание на трап. Нельзя, да? Ладно, будем отсюда снимать. Чисто вещи положить. Не получится, а вот на метр отсюда. Покемоны идут на вперед. Наши руками!
Ну. Здорово, да? Ну, Артём, конечно, видно, что маленький еще. Илья-то быстро сообразил. Лёха, а ты с нами ездил на Д1? Нет. А кто с нами ездил? Вовка? Вовка ездил. А ты думал, что ты ездил с нами? Кстати, здесь не вес играет роль, а отношение массы к площади. Да. У Тёмы оно больше. Он меньше, да. Он меньше ростом. А балахон-то тот же. Да. Не, но все равно он. Да. У него он за счет меньшего площади он все равно проваливается. Тут парусность не играет роли никакой. А у Ильи площадь огромная, он как пушинка сразу забывает. И плюс он закрывает как просто всю трубу. Поэтому его выпирает. Видишь, он тоже вот. За счет нас он может быть наоборот, за счет того, что ты умеешь. Да. Ну, если не жалко отрицать, я могу и за тридцатник лучше с 4 бафнуть. Да не говори, удовольствие больше будет. Ну чё? Ну как? Поделись впечатлениями. Как? Артём, расскажи. Руки не болят еще? Спина будет болеть потом. Да, после. У него прогиб такой, что идет. Но он маленький, у него площадь маленькая, и потом площадь права. У того тоже. Площадь большая, его как пробку из бутылки выпирает. Смотрим, что на всю катушку страшно, чтобы клетки, чтобы не прилепили. Потому что мы-то в операторских прыгаем, у нас крылья. Да. Потому что когда формация лежит 5-6 человек, ты уже один без крыльев под нее провалишься нахуй. Особенно когда веслись. Да. А зато догонять хорошо. Зато догонять хорошо, когда кто-нибудь провалится. У нас вначале было, мы с ним вдвоем бутербродом сложились. Сколько нам про трек? Почти 350 показал. 375. Ну да, когда только начинали, да. На базу выкинули. Как тендем без драга. Да, 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 да. Это тоже. А мы еще как это, получается, тогда еще не умели, как фрифлоисты, вот так просто сложились, да, и головой вниз, как бутерброд. Мы с 4 километров до полторы. Мы за 20 секунд с 4 до полторы пролетели. Но нас всегда любили вначале в базу. Да, мы тяжелые, нас не перевернешь. Мы потом уже тоже. Ну расскажи. Мне понравилось, четко побил меня. У меня было ощущение, как будто я катаюсь с парашютом. Он. С парашютом. С парашюта. С парашюта прыгать не надо. Да, вредно. Надо с ним прыгать, да. Это мы знаем, да. Ну что, все? Я смотрю только Артем и не вижу. Не, у меня все путем. Ну все хорошо. Я тоже сюда снял. Ну что? Я же потом через дорогу перешел. Let's go. Пошли. Скажи, у меня гены. У меня гены Чебурашки. Спасибо вам большое. Спасибо. Может еще навести? Да, может быть. Спасибо. А если что? Знаем. Плыть, я думаю. Обязательно.